утра мы позавтракали и выезжаем в сторону Кошице в Словакию. Вот сегодня нам надо выехать из Румынии, пересечь Венгрию и, собственно, следующая ночевка на остановке в Словакии. Это довольно большой маршрут, поэтому надо поскорее. Реверсивным движением, вот такой вот, вот как раз сейчас то что надо. Вот у нас получается тут, так сказать, мускул кар трофи сафари, сто с хреном километров вот таких вот чудных дорог. Нет, когда-нибудь будет, конечно, красиво, а ну и сейчас ничего, очень живописненько, только очень пыльно, и мы выбились из графика. Да, времени 2 часа, а мы что-то еще не обедали, ничего, никуда. Да, вот, а мы хотим повыше, говорят, лучше. Ай, ай, нормально. Вот такие серпантины тоже бывают, так что если на карте это выглядит красиво, не факт, что оно также в реале. Пробрались до границы с Венгрией, вот, и опять стоим в очереди. Нам в этот раз вообще везет с границами, мы почти везде стоим в очередях. Ну, а, собственно, въезд, много машин. Так что сегодня нам надо успеть проехать через Венгрию и добраться до Словакии на ночевку. Вот. Надеемся, что нам еще удастся сегодня поужинать нормально. Вот. Венгрия вроде не такая гористая, как Румыния, поэтому может быть все нормально. Так, мы наконец в Венгрии. У нас есть часа 2, да, чтобы их пересечь, попасть в Словакию. Мы опаздываем жестко. Мы опаздываем. Ну, точнее, не то, что мы прямо, конечно, опаздываем, нам, в общем, спешить-то некуда. Просто хотелось бы приехать пораньше, не спеша поужинать. Вот. Ну и не ехать ночью, конечно, тоже хотелось бы. Сейчас уже, кстати, не продается. Продался. Да. Вот, а мы едем на магистрали. В принципе, у нас осталось не так уж много расстояния до Кошицы. Ну, кстати говоря, скоростной режим, в котором мы сейчас забываем посмотреть. Ничего нового. Ничего нового. 90 за город, 50 в городе, да. 130 на магистрали. И все, в принципе, мы в... О, это синий бокс? Да. Да. Вон там еще один бокс есть. Давай заедем на этот паркинг. Не принимает карты. Этот бокс похож на туалет. Да, очень сильно. Вон синий бокс. Вижу синий бокс, вон. Я говорю, там скорее всего не принимают. Все, в принципе, мы в Словакии. Так что осталось доехать до отеля и поужинать. Первый раз в жизни. Почему первый? Купили виньетку в Словакии. Второй. Первый. Да? Да. Да, до этого купали в основном в Румынии, Болгарии, Венгрии, а теперь в Словакии. Да. Все, теперь едем домой. Следующая остановка отель. Ура.